кто помню наш колхоз, кто-то с города привез много книжек интересных. Наверное, он и был. Одна из них была нам особенно мила, написал ее профессор. Не о формулах чудных, не о спутниках земных, не про синусы и дроби, а про то, как на заре просыпается в норе страшный зверь по кличке Хоббит. А тут и начал я мечтать, хорошо бы гномом стать и пахать в колхозе горном. Брат за нас куда сойдет, а жена как Эдди поет, ну а теща просто баглом. А вдруг из погреба на двор, взяв под одной рукой топор, а другой сжимая вилы, а вышел старый Никанор, говорит, я как Фианор, отдавайтесь и парилы. Тут такое началось, разделился весь колхоз, кто-то темных, кто-то светлых. В ту же ночь какой-то гад написал бару казак на воротах сельсовета. Стало дыбом озерцо, там всевластие кольцо, дружно ищут пионеры. Решено голосовать, чтоб переименовать наш колхоз за Ветверу. Агроном промеж полей хочет вместо тополей посадить телопионы. Мы на Квенья говорим, вместо мата синдарин, там такие идиомы. Взяли Ленина в портрет, подписали билет и давай ему молиться. Беспокоит лишь вопрос, раз так ставила колхоз, что же в городе творится? Что же в городе творится?